Добрый день, дамы и господа. С вами дорогой друг Кирилл Собакин. Стая собак обнаружена. Животина. Мы встретили собак с вами, господа, бездомных, целая шайка. Но она разбежалась, и мы с вами видим интересную могилу, облупленной красочкой. Совсем старую, ну, судя по году рождения, допустим, видите, это год рождения, 2000, хотя не совсем старая. Ну, на вид, видите, смотрите, видите, просто дерево, просто крест, просто... Рыхлый холмик. Проходим. Вот могилы тоже. Это Fresh Tombs. Special for you, my dear friend. Посмотрите. Welcome to my fucking channel. Subscribe no more. Вот, видите, могила. Могила. Видите, это все могила. Мы прорываемся здесь. Сейчас нам позволяет наша погода позволяет нам это делать. Запах осени, гнилых листьев, сырость, звезды, торчащие из земли, кресты, полумесяц, звезды Давида и все специально для вас. Посмотрите на эту лавочку, сейчас мы подойдем поближе. Ты обошел с этой стороны, думал. Посмотреть, кто там нарезает. Собаки. Бездомные собаки. Видите, холмик. Детальный обзор, так сказать. Холмик, видите. Философская могила. Это крест сгнил и превратился в символ смерти. Дерево выросло. Можем посмотреть это дерево. Сегодня мне приснился сон. Я, значит, иду по темной квартире. В руке у меня пистолет с глушителем. Я чувствую тревогу. Тут я в дальней комнате замечаю какого-то мужчину, который сидит на диване. Я резко выстреливаю в него несколько раз в туловище, и он не умирает, начинает хрипеть. Я продолжаю это делать, он все равно не умирает. Мне остается пару патронов, я выпускаю ему в голову. Он испускает свой последний вздох и умирает. Тут я ухожу в другую комнату, чтобы взять что-то, чем я могу вытащить тело. Захожу и смотрю, что тела нет под одеялом. И под одеялом раздается детский плач. Я поднимаю одеяло. И там младенец. Он живой. И без пулевых ранений. Сон завершается. Посмотрите.
стабильное психическое возбуждение. На этой табличке ничего не разобрать. Сегодня теплая погода достаточно. Могут нападать, когда заходит, допустим, кто-нибудь, кто пониже ростом, как знаете, гиены, которые видят, когда ты поднял палку, и они не начинают свое нападение только поэтому, что ты выше их. Когда видят ребенка, к примеру. Здесь покоится Андрей. Родился в 1910, скончался в 1940 году. Настолько старая могила здесь, очень старые могилы. Здесь нет табличек, здесь гнилые железные и деревянные кресты. Нас интересуют маленькие кресты. Мы идем к ним. Здесь поработали какие-то животные. Возможно, это были эти собаки, которых мы видели. Как вы думаете, если кто-то умер раньше того, как научился говорить, может ли он разговаривать после смерти? Вот, разберите в комментариях, например, эту табличку. Ну, ничего не понятно. Просто маленький крест и больше ничего нет. Ну вот с надписью. Такое поле экспериментов. Очень интересная фотография. Это уже практически редкость. Такие фотографии. Сейчас я сделаю фото на фотоаппарат. Карамышев Владимир Афанасьевич. 1911-1940 год. В начале Великой Отечественной войны еще эта могила появилась. Здесь покоится Котов С.И.
Мы с вами идем прям по могилам. Без опознавательных табличек. Мне сейчас нужно лететь, поэтому я погнал. До скорых встреч, господа и дамы. И напоследок мы встретили свиной череп. У меня таких много.